Шторм, обрушившийся на город в пятницу, частично разбил набережную Корнилова. По сообщениям синоптиков, сила ветра достигала 27 метров в секунду. Волны повредили участок набережной у памятника затопленным кораблям. Там оторвалась плитка. За последние годы стихия уже дважды разрушала набережную. Так, 23 марта 2013 года сильные волны разбили несколько гранитных плит. Ураганный ветер снес часть ларьков. До этого значительный ущерб нанес шторм 11 ноября 2007 года. Тогда набережную пришлось восстанавливать почти полностью.